Легендарный измаильский джаз-бенд «Ландис» никогда не стоит на месте. Музыканты находятся в постоянном поиске. И так как все члены ансамбля «Виртуозы» и давно сыграли-переиграли произведения мирового джаза, им гораздо интереснее исполнять авторские вещи и без конца импровизировать. Концерт, что проходил 14 января в ДК имени Шевченко, собрал полный зал ценителей джаза. На сцене в этот день играли Сергей Денисов, руководитель «Ландиса», клавишные, Андрей Михнев, саксофон, Юрий Панфилов, соло-гитара, Ярослав Пуганов, бас-гитара, Андрей Яблоков, ударные, Владимир Смирнов, саксофон, Виктор Талько, труба-саксофон, Игорь Ботнаренко, вокал. Концерт был построен на премьерах, открытиях и импровизе. Помимо «Ландиса», на сцене в этот вечер блистала команда «Джаз-Пром» во главе с Игорем Лупенко, саксофон, и Сергеем Роткиным, ударные. Несмотря на довольно большую продолжительность концерта, более 2 часов, публика не уставала аплодировать своим кумирам, ведь джаз, как известно, не музыкальный жанр, а состояние души, которое либо есть, либо его нет. А в этот вечер в зале местного ДК собрались именно те, кто болен в хорошем смысле слова джазом, потому-то так драйвово, на одном нерве и прошел этот концерт. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».